Вован. Я не в лучшей форме. Ну, а что ты стесняешься? Давай, ты чё пришёл-то? Я пришёл к великому гуру бизнеса, чтобы просить совета. На поклон пришёл? Да. Вдохновили новыми идеями, дали мотивацию, чтобы я создал свою компанию, корпорацию. Слушай, нифига у тебя прям эти... Действительно серьезные причины, не просто побухать пришел, да? Все правильно. Я болею за свою родину. А где лучше, в Токио или в Нью-Йорке переживается? Не-не-не-не, я вам скажу, что мне Россия одинаково нравится, Япония и Россия. Я не считаю, что там рашка какая-то, там все отстойно, нет. Так. Мне очень важно знать, сейчас действительно зарождается какая-то реальная оппозиция, либо это вот очередное какое-то вот такое шоу, которое все опять так, все так сдуется и опять все. Леша хапнул просто пиара и все. Что угодно может сдуться, но вроде не похоже. Похоже на настоящее. Сдуться может, но не потому, что чей-то проект, а потому что может что угодно сдуться. Средняя пать по больнице. Ты сам-то как относишься, Вован? К чему? Там вот какую-то тему поднял. Да парни, не парни. Да мне вообще пофиг. Потому что мне не важно абсолютно, как ко мне относятся люди, которых я не знаю. Мне важна моя семья, моя девушка, мои друзья, моя работа. А кто там? И подписчики блога. Смотри, играет на камеру. Это чистая правда, вы можете найти это в моих видео. Снимал. Давно. А по какому адресу можно посмотреть? Ты забываешь. Вован Japan. Давай, пиарься. Вован, а дальше в гугле и Japan тебе сразу найдется. В общем, я считаю так, что тебя в любой стране не должно волновать, кто там как на тебя смотрит.